Ну, сама Білорусь має припинити співучасть у війні проти України. Про це йдеться в декларації глав держав та урядів, які беруть участь у саміті НАТО в Мадриді. У ній вони засудили агресивну війну Росії проти України та наголосили, що вона підриває міжнародну безпеку та стабільність і є кричущим порушенням міжнародного права. У декларації також наголошується, що країни-члени НАТО працюють над тим, щоб притягнути до відповідальності всіх винних у воєнних злочинах, ну і, зокрема, сексуальному насильстві в умовах цього конфлікту. Про це говоримо далі. З нами на зв'язку Марк Фейгін, російський політичний і громадський діяч, юрист. Марко, вітаю вас в ефірі телеканалу «Київ». Щиро радий бачити і чути. Рад привітати. Я вас слухаю хорошо. Марко, тут, знаєте, те ж саме запитання про цю загрозу білоруську та для України. От Путін вже зустрічався з Лукашенко. І візити такі самого Лукашенка були такі, ну от, внезапними і так далі. Я так розумію, вони і в подальшому планують зустрічатись. Ну от як витисне з Лукашенка оцей крок Путін? Чи і далі Олександр Григорович буде між крапельками где-то ходить? Ну, поки ми бачимо, що Лукашенко це удається. Так. Поки ми це бачимо. Потому что он раз за разом какие-то позиции сдает. Тем не менее, то есть он меняет не участие непосредственное вооруженных сил Беларуси на какие-то уступки. Потому что именно так я расцениваю ракетные удары с территории Беларуси, использование ее территории для операций и, в общем-то, и договоренность о предоставлении вот этих «Искандеров-М» с боеголовками, о которых шла речь, на встрече Путина, это официально протокольную съемку показали, где он в течение нескольких месяцев, Путин, обещал в Беларусь поставить эти ракеты. Ну, естественно, они будут базироваться под контролем именно российских вооруженных сил. Конечно, никто белорусским их не передаст. Но, тем не менее, то, что территория Беларуси перестает быть безъядерной зоной, это тоже, но все-таки, вот, судя по всему, уступка именно Путину. Потому что у Путина есть агрессивные планы, такие, которые превышают возможности Лукашенко. И в отношении, например, Калининграда, Сувалковского коридора, да, НАТО, да, и так далее. Все-таки Лукашенко хотел бы этого непосредственного вовлечения избежать. Но у него маленький диапазон для маневра. Вот что касается непосредственно послать войска, он этого будет избегать до последнего. Он будет делать все, чтобы не вовлечься. И я так подозреваю, что это не беспредельная история, потому что Путин может переиграть эту по-другому комбинацию и без Лукашенко. Как он это сделает? Ну, тут варианты начинаются. Марк, а тут, да, відповідно, варианты. Ну, я собі так, ну, собі так розумію, що, в принципі, от Путін міг би там Лукашенко сказати про те, що, ну, там, Олександр Григорович, ти ж розумієш, що життя наша не вічна, да, в принципі, і якось треба щось робити. Ілі-ілі, да? Або зацікавити, окей, якщо ти не хочеш так наповноцінно, ну то давай подумаємо, чи можеш ти отримати от ядерний мой чемоданчик, частичку от этого ядерного чемоданчика, от тобі. І в принципі він буде працювати на твій захист. І ти вже будеш однією із країн ядерного такого, та зонтика, парасольки, і можеш продукувати свої якісь наративи і свої бажання. От такі варіанти, як вони? Понимаете как, если бы вдруг Беларусь обрела непосредственно ядерное оружие, боеголовки, ракеты, носители и так далее. Марко, перепрошу, Беларусь или Лукашенко? Или вот как? Как, но как? В данном случае мы имеем в виду, конечно, Лукашенко. Все, окей. Беларусь не спрашивает. Но, угу. Очевидно, что народ Белоруссии его не спрашивает, хочет ли он на своей территории иметь ядерное оружие. Не хочет. То, что они внесли изменения в Конституции и так далее, это вообще все фуфел, да, чистый, потому что говорить серьезно об этом не приходится. Никакого там выборов, там, электоральной, какого-то поля, там ничего нет. Никто не ходил, никто не голосовал, объявили результат. А Лукашенко, конечно, бы хотел иметь у себя ядерное оружие. Но я не думаю, что Путин пойдет на такую глупость, чтобы отдать непосредственно Лукашенко. Наверное, это будет какая-то схема. Это какое-то будет боевое дежурство РВСН, которое установит это ядерное оружие в интересах Москвы, в интересах Путина. Но никак не в интересах Лукашенко. Исключать того, что Лукашенко будет использовать как прокси для угрозы этим ядерным оружием Западу, да, там, неважно, Литве ли, или Польше, или каким-то другим союзникам Украины, и этого исключать нельзя. То есть он может заставить, мы же это видели, когда с миграционным кризисом Лукашенко, где Лукашенко и где езиды, вы можете себе представить, как они, езиды и Лукашенко, понимаете? То есть, естественно, это все было организовано, теперь уже понятно, Кремлем, он в преддверии войны с Украиной проверял на прочность разные такие варианты гибридные с границами, с НАТО, со всем остальным.
Вот. Так же и с ядерным оружием. Просто ставки повышаются. Одно дело езиды, а другое дело ядерное оружие. Это гораздо более серьезная история. И, наверное, Лукашенко где-то, в общем, понимает, что он сейчас фигура, которая манипулируемая из Москвы. Да. Но а что он может сделать? Насколько известно, значит, его министр иностранных дел Маккейни вылазит из Европы, уговаривает, упрашивает, клянется, обещает. Но, по-моему, это вот в условиях того, что происходит на саммите НАТО и других такого рода значит, встречах, консультациях и заявлениях, которые делаются там, по-моему, шансов у Лукашенко ноль. И он только усугубит еще больше ситуацию, если пошлет войска на территорию Украины. Ничего нельзя исключать, но, по-моему, он этому сопротивляется. Марко, а говорячи про підсумки самітів цих G7, зустрічі натівських і цих історій, та нова концепція Росія, це така загроза, відповідно, для всього цивілізованого світу. Ну от як нам це промацати, якось це нам відчути, зокрема там і в Україні? Тобто це говорить про те, що Захід для себе, ну все вже рішив. От ми вже, в принципі, знаємо, як ми будемо додавлювати ось цю кремлівську гідру. Ну, ви знаєте... Вот я смотрю сейчас на это заявление на сайте НАТО, да, заявление по итогам встречи в Верхах в Мадриде 29 июня 2022 года. Оно причем на французском, английском и на русском. Специально Россия, почитай. Нюанс. У вас там не хватает переводчиков, почитай. Вот я так подозреваю, что вот исходя из тех формулировок, которые я в принципе вижу, ну я не очень понимаю, как тут можно отыграть назад. Кстати, Беларусь тоже упоминается в статье. Да. В пункте третьем говорится, что Беларусь должна прекратить свое соучастие в этой войне. Как участник, так сгадывается оно. Да, да. Поэтому вопрос здесь стоит ведь как? А какие варианты у Запада? Вот они какие? То есть договориться, да? Договориться с Москвой. Ну так я вот почитал, вы читали, опубликованный Елисейский дворец отдал, значит, стенограмму разговоров Макрона с Путиным. Ну это вообще дичь. 20 лютого, так. Да-да-да, вы понимаете, он разговаривает, я сейчас в хоккей поиграю. Давай, говорит, встретимся с Байденом, говорит ему Макрон, президент. Тут говорит, ну, я посоветуюсь, с кем ты собираешься посоветовать, ты президент. Далее он ему говорит, значит, ну, ты как бы, значит, готов вообще, ну, процесс деэскалировать, отвести войска. Он говорит, ничего не понимаю, ничего не знаю, я тебе сказал, там, вот так разговаривает. Я же тебе сказал, вот он разговаривает, ну, на ты это нормально, президент разговаривает между собой на ты. Но когда он разговаривает в такой манере, то есть совершенно понятно, что это отбитый череп абсолютно, и с ним ни о каких договоренностях уже в речи быть не может. Потому что, ну, это же не какой-то там Вася Пряник, президент Франции. Он же, наверное, понятно, человек серьезный. Поэтому, на самом деле, я полагаю, что, во всяком случае, НАТО и вот эти коллективные органы Запада, они для себя все решили. Они все продекларировали, они все сказали. Только они еще не все сделали. Вот в чем все. Ну так, так. Я тут ставлю глядачам питання за номером 068-044-044-1. Марко, де я вам, в принципі, продублюю. Та, воно якби не нове, але з огляду на останні заяви, можливо, ми можемо сподіватися на більшу підтримку, якіснішу і швидшу, відповідно. Що Захід для себе вже отак змалював картину перемоги України. І що має бути з Росією, та ось в цій картині світу, відповідно. Чи досі там собі думають, які ж варіанти можуть бути, щоб і бізнес as usual, і якось Україні допомогти, і Росію перемогти? Так как раз вот бизнес as usual и реал-политик, он не канает, потому что остальные партнеры не разрешают этого делать. А-а-а. Может быть, кто-то и хотел бы. Тобто це така, да, типу, Германия, та, групова быть... історія, та? Коллектив решил. Да, а теперь другие уже держат и говорят, нет, ты, друг, так не делай. Потому что, ты понимаешь, это создает угрозу всем остальным. Я понимаю, они же вот обсуждают, мы же смотрели, они там даже проговоры, вот нефть надо порешать с Эмиратами, подбегает Макрон к Байдену, видели, нет, там засняли их журналисты, и они разговаривают. Ну, типа, подслушали. Я думаю, это специально изобразили, спектакль такой. Значит, мы там порешали, там сейчас по России, там надо позвонить, ты понимаешь, говорит Макрон Байдену. Ну, Байден в своей манере немножко замерший такой, он немножко в отропе все находится, ну, возраст, ничего не поделаешь. Но он вдупляет, он прекрасно знает, о чем идет речь. То есть я предполагаю, что, конечно, бизнес as usual уже не получится. Потому что остальные партнеры, да, внутри этого круга коллективного Запада, они уже сами не позволяют договориться кулуарно и как-то что-то сделать за спиной остальных.
То есть вот это и есть. Они же говорят, в декларации написано, монолитный, как никогда. Угу. Мы все вместе. Мы будем коллективно все решать. Не будет никто там сепаратно чего-то там такое где-то в обход чего-то. И это не позволяет по-другому решить. Поэтому по существу даже уж от таких звучат заявления о том, что все должно решиться на поле боя, да, решиться военным путем. Потому что, не потому что они так сильно хотят насилия и так хотят воевать. Конечно, не хотят. Никто из них не хочет. И хотели бы договориться, но уже невозможно. Перейдены все черты. И на самом деле Россия только усугубляет эту ситуацию. А чем могут помочь? Ну, с моей личной точки зрения, я никому не навязываю. Надо было принять Украину в НАТО, да? И все, и сильно бы помогли. Вот тебе Вашингтонская декларация, вот тебе третья статья. Марко, але ж потім як? Безпосередній конфлікт НАТО втягується. Я просто, ну, ми ж можемо моделювати ситуацію. Я просто, що, НАТО посилить свої сили на східному фланзі, так? Ну, зрозуміло, що коли прем'єрка Естонії сказала про те, що, в принципі, нинішня модель реагування НАТО на окупацію потенційно території так, цієї країни, да, передбачатиме 180 днів окупації, а потім так, будемо так, їх виганяти. Окей, відреагували, страшно, Росія має лякатись. Так от, а коли ж НАТО посилить свої позиції в Україні? От я хотів би це питання поставити. Ну, по-перше, вона усилює, в принципі, позиції в Європі, тому що 300 тисяч, вони увеличують групіровку, правда, в період холодної війни було 400, ну, більше було. Реально, но то есть они от цифр в несколько десятков тысяч переходят да. уже к сотням тысяч. Но это разово, хорошее. Абсолютно разовое подвышение якости и кількости. Да. Это хороший знак, очень хороший знак. Это значит, что действительно по всем направлениям будет усиление. Что касается, собственно, Украины, ну я могу сказать, есть три варианта реагирования. Первый, в случае вступления, например, третьей страны, как Беларуси, в войну. Я считаю, что в таком случае на территорию Беларуси могли бы вступить Польша, Литва и ряд других государств НАТО, Румыния. Это мое такое личное мнение, я его никому не навязываю. Почему? Потому что, раз у вас третьи страны принимают участие в этом двустороннем конфликте, как вы его провозглашаете, в любом случае Москва, то, извините, тогда и мы в стране не останемся. Чем не помощь НАТО, да? А могу себе представить, столкнуться с польской армией, белорусской, ну, это даже похуже там будет любых других вариантов. Ладно. Второе, это, конечно, ПВО. Это очень важно. То есть сейчас медленно, если вы заметили, подступают. Давайте противоракетные комплексы, противовоздушные комплексы начинают потихоньку, ну, обещать, как минимум. Да. Марк, так, Марк, чего тільки варто? Та від того, що ми не будемо здавати важке озброєння, ми вже говоримо про не тільки ППО, ПРО і про авіацію навіть уже починаємо говорити. Это связанные вещи. Связанные вещи. Авиация это действительно следующий, но сразу следующий. Шаг нужно передавать самолеты. И не только советского образца. Нужно передавать уже и западные модели. А в американской и ряд других армиях воюют бывшие граждане Украины. В том числе и летчики. То есть это украинцы по национальности, выходцы из Украины, которые являются профессиональными военными. Я думаю, этот вопрос же можно предусмотреть, чтобы они переехали в Украину обратно к своему альма-матер, сели за фантомы и, собственно говоря, присутствовали в небе уже как граждане Украины. А почему такое нельзя? Почему это невозможно? Как это невозможно? Что? А обстреливать Кременчук это возможно. Да? Вот ну, все да. время как-то на весах, что взвешивается. Естественно, это ПВО, я считаю, это самая большая проблема. Ну и вторая, это, безусловно, поддержка всех политических усилий Украины. То есть все, что вот требуется для ее присоединения к коллективному Западу, окончательному. А вот смотрите, Финляндию и Швецию ведь принимают. Я вот не знаю, у вас ли в эфире, я где-то говорил, все равно решат. Все равно решат, как и Турция, Шмурз, все решат. Да. Курды, террористы, сброя. Все решат. Когда очень хочется, смотрите, приняли без ПДЧ. А где ПДЧ? Как ПДЧ? В один день просто взяли и сказали, теперь вы в НАТО. Да, заявочка у нас, будем рассматривать. Да, да, вот они месяц назад, или там полтора, и все, вы в НАТО, ребята. То есть, получается, так можно, значит? Значит, можно принять без всяких ПДЧ. А почему бы это не распространить и на Молдову, и на Грузию, в конце концов, и на Украину, и просто не принять? А потом уже решать проблемы, которые из этого возникнут. По-моему, Москва в таком положении, что воевать на 100 фронтов она точно не сможет. И Литва сейчас это демонстрирует. Да. Понимаете? Да как и Финляндия. Они из Финляндии они не в состоянии воевать. И с Литвой и так далее. То есть нужно вот эта тотальность. Тотальность. Давление должно быть тотальным. Оно не должно быть выборочным. Давайте вот мы вот отдельно вот сделаем вот по нефти. Да, и, вот все будет хорошо. Не будет хорошо. Нужно делать все одновременно. И тогда вы увидите первые результаты. Вот в чем проблема. И Запад, хоть и медленно, но подходит к этому, судя по всему.
Ну, будемо також стежити і за допомогою і вас, Марку. Дякую за розмову. Спасибі, що долучилися до ЕТР телеканалу «Київ». Марк Фейгін, російський політичний громадський діяч, який був з нами на зв'язку.